Как перестать судить других людей? Да, не судите, да не судимы будем. Ну, когда вы постоянно судите других людей, это значит, вся ваша энергия обращена за пределами вас. Вы ее теряете. Поэтому ради того, чтобы не терять энергию свою собственную, перестаньте судить других, потому что она уходит. А если вы начнете рассуждать о себе и принимать других, какие они есть, тогда энергия, наоборот, будет расширяться. Поэтому ради собственного здоровья прекратите судить других.